Мы продолжаем. Последние новости из затопленного Приморья. Вода начала отступать, но ситуация по-прежнему очень сложная. В воде гибнут даже спасатели. КАМАЗ с сотрудниками МЧС переезжал через реку, которая вышла из берегов, упал в воду. В этот момент в кабине находились 8 человек. В итоге погиб начальник управления МЧС по Приморью Олег Федюра. Его тело достали из воды. Сильным течением автомобиль затащило под мост. Он оказался почти полностью погружен в воду. Начальник МЧС помог выбраться коллегам, но сам спастись не смог. Сейчас КАМАЗ уже подняли с помощью специальной техники. Водолазы вытащили тело погибшего. По факту его смерти возбудили уголовное дело. Но сейчас в Приморье ситуация такая. 3000 домов потоплены, несколько мостов размыло, 11 населенных пунктов отрезаны водой, 12 городов и сел остались без света, введен режим чрезвычайной ситуации. Ну а виной всему тайфун Лайон-Рок. За двое суток выпала трехмесячная норма осадков, ну и реки вышли из берегов, наводнения, конечно, очень сильные, вы видите эти кадры. На ликвидации последствий наводнения брошены даже военные. Они следят за ситуацией с вертолетов. Конечно, для эвакуированных жителей устроили пункты временного размещения. Уже выделили деньги из резервного фонда края на оказание помощи пострадавшим приморцам.